Всем привет! Вы на канале «Мой дом и я». И с вами я, Юлия. Сегодня, наконец-то, мне привезли премикс для кур несушек. Наконец-то мне его обменяли, но для этого нужно было сделать повторный заказ от 1000 гривен. Иначе не получалось. Ну вот, сегодня приехал мой заказик. Показываю вам. Вот так вот выглядит премикс для несушек. Ну, еще заказала рыбную муку, потому что моя заканчивается, и надо было собрать этот заказ. А также кратенько вам покажу, что еще заказала. Вот здесь уже коты побегали. В общем, для кур взяла сирку такую, ну, то есть сера пищевая, или ветеринарная, как правильно сказать. Взяла килограмм, что-то он стоит там в районе 62 гривен. Взяла еще эковед борошно-кистковый, это просто костная мука. Есть мясо костное, а это костное. Взяла посмотреть, что она из себя представляет. Возможно, буду ее использовать для рассады, как подкормку, в качестве подкормки. Дальше взяла на пробу кроликам вот такой вот корм акселерат для кроликов и нутрий. Ну, как сказали, что это идет аналог живины. Кто брал живину для кур или для кроликов, тот знает. Там идут гранулки такие. А это состав на 100 грамм продукта. Витамины разные, макроэлементы, аминокислоты. А вот на русском, то меня больше смотрят зрители из России. Вот на русском показываю специально для вас. Кальций, фосфор, железо, цинк, марганец, медь, кобальт, йод, лизин, метионин. Ну, в общем, смотрите, витамины, сырой протеин, сырой жир и так далее. Дальше. Также взяла еще на пробу. Ну, я знаю, что премикс чудо, он просто супер. Я видела результат яйценоскости на своих курах. Но все же взяла на пробу вот такой вот эковетовский. Он стоит намного дешевле. Взяла 3 килограмма. Посмотрим. Будем мешать, может быть, куда-нибудь применим. Дальше следующая коробка. Это капли Бурди. Бурди Фипра. Для собак и для кошек взяла. Это хорошие капли от паразитов. С фипронилом идут. И, в принципе, они не такие уж дорогие, как, например, производителей немецких. Я не помню, как точно называется. Кто знает, напишите. А по действию ничуть не хуже. Я уже брала для котов. В этот раз я взяла и для котов, и для собак. Дальше у нас идут поилки. Взяла на пробу вот такие вот ниппельные, или как их правильно сказать, поилки для кроликов. Это литровая поилка Лори. Это пол-литровые две идут. Я не знаю, как они текут, не текут. Нужно будет проверить их немножко, поиспытывать, скажем так. И если понравится в использовании, то дозаказать еще в следующий раз. В общем, одна большущая такая. Это для самок, у которых много кроликов. Или для кроликов, отсаженных молодняка. Там, например, 10 штук вы отсадили, летом им будет жарко, они будут много пить. А у нас поилки небольшие. Может, у кого-то большие, кто-то ставит 2 поилочки. У нас поилки небольшие, поэтому им не хватает. И вот такую взяла одну Трикси. Но у них самая большая Трикси была на 450 миллилитров. Вот сейчас. Вот видно, да, 450. Ну, взяла такую одну. Ну, Трикси просто идет как бы дороговатая из всех. Хоть это и оптовая цена. В общем, оптовая Трикси, по-моему, 48 стоит. Литровая Лори 36. И пол-литровая Лори, по-моему, 26 гривен. Сейчас я вам скажу точно. Так, Лори 26,79, литровая Лори 33,30, а поилка от Рикси 48,90. Вот вам цены. Дальше взяла вот такой вот Vertex регулятор роста. Это взяла для помидоров, может быть, еще какие-то растения. Побрызгаем и проверим, насколько действенный этот препарат, как будут развиваться растения, посмотрим. Не знаю, я его еще никогда не брала. Вот кому интересно, можете почитать. Правда, здесь на украинском написано. Вот так, сейчас посмотрим. Овощи, овощные, картошка, плодово-ягодные, виноград.
Цветочные и декоративные пшеница, ячмень, овес. Препарат используется для разных растений. Здесь написано способ и сроки обработки. Все, ну потом я почитаю уже для себя. Я думаю, вам это не всем интересно. Вот это я не заказывала. Я не знаю, надо позвонить сейчас или написать в Вайбере менеджеру. Как-то ошибочно попала. Ну, у меня в прайсе его даже нет. Я думала, может быть, она нечаянно как-то что-то вбила. Ну, нет, у меня в прайсе. Взяла один медный купорос. Взяла вот такой вот гумат супер. Я, конечно, не знаю, какой он будет по качеству. Перед этим я брала тоже гумат у них какой-то с микроэлементами. Мне он вообще не понравился. Он не растворяется. Я думала, ну, в интернете искала, какой же этот гумат будет. Вот этот вроде бы попроще должен быть. Я думала, у него даже... Ну, не такая будет этикетка, не шелестящая, не из фольги, а обычная бумажная. Вот он в такой упаковке идет. Не знаю, как он будет себя вести по качеству, потому что первый раз такой взяла. Я все хочу найти нормальный гумат, обычный, который я, например, подкармливала саженцы, которые высадила. Молодые, это очень хорошая подкормка для саженцев идет. Ну, для всех остальных растений тоже. Ну, взяла на пробу 3 штуки, не знаю, какой он будет, хороший или плохой. Потом скажу. Вот взяла борная кислота Агромикс. Сколько тут? 5 пачек. Это для томатов. Взяла вот такой вот протруйник. Как на русском сказать? Ну, в общем, обрабатывает картошку им там перед посадкой. На 30 килограмм картошки идет Тирана по типу Престижа. Хотя мы Престижем тоже давно уже не обрабатываем картошку. Как-то она после него замедлялась в росте, плохо росла. И эффективность тоже была временная. Ну, это я взяла Тирану. Посмотрим, потому что у нас на втором участке после люцерны там много проволочника. Вот именно от проволочника, если будем картошку садить на том участке, на втором, то мы обработаем Тираной. Нам хватит тут на 30 килограмм, 3 ведра картошки достаточно. Это взяла для сада Твикс, пару штучек таких у меня есть там. Ну, я люблю, когда запас. Хорос взяла, будем обрабатывать абрикосы и персики. И взяла фитоспорин. Здесь он по стоимости 5 с чем-то шел. А вообще по магазинам он уже 15 гривен стоит. Сейчас скажу точно, Бим разгавкался. Не кстати, как обычно, фитоспорин 6,44. Дальше взяла для фиалок комнатных чистый лист. Не знаю, зачем взяла, у меня в принципе есть. Ну, все брала и взяла это. Дальше взяла вот такой вот левомизол эковетовский. Это от глистов, от паразитов, внутривенное. Но мы в прошлом году пропаивали бройлеров. Так, секундочку. Собаки никак не дадут доснимать ролик до конца. Просто у нас по улице ходят с собаками, и вся улица собак просто разрывается на них. Дальше это взяла пудра от эктопаразитов для кур. Так, дальше. И вот взяла 2 штучки B58. Его как-то одно время запретили. Считался он из таких препаратов запрещенных. Не было его в продаже. А потом он опять появился. Ну, единственное, что у него сроки ожидания большие, поэтому нужно внимательно относиться, если вы обрабатываете им свои растения. Ну, препарат очень хороший. И цена, в принципе, тоже на него что-то было недорого. Сейчас скажу вам точно. Вот такой вот кратенький обзор моего заказика. Всем спасибо за просмотры, за лайки. Всем пока и до встречи в новых видео.